Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Стати найкрасивішою, чому дівчата йдуть на міс Дніпро і як минув цьогорічний конкурс, сьогодні будемо цікавитися в наших гостей. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» співорганізаторки конкурсу «Міс Дніпр-2021» та «Міні-міс Дніпр-2021» Маргарита Кондратова, Юлія Болгова та Анна Сущенко, а також переможець «Міс Дніпро-2021» Світлана Колотило. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Знову у нас красиво, так весняно і навіть святково. Одразу хочу звернутися до організаторів. Кожен, можливо, щось розкаже, щось додасть. Чим цьогорічний конкурс, конкурс 2021 року, відрізнявся від минулих? Тому що ми з вами зустрічалися з переможницею 2020 року. От розкажіть, які відмінності були у цьому році? Ну, в цьому році ми, я думаю, що вийшли вже на принципіально новий рівень. Нас підтримав Національний комітет конкурсу краси «Міс Україна», це по-перше. Представники конкурсу мали бути в нас на «Міс Дніпр-2021», але у зв'язку з деякими обмеженнями, на жаль, їх не було, але вони прислали офіційне відео, вони нас усіляко підтримують. До того ж, як і минулого року, дівчата отримали багато запрошень на міжнародні конкурси краси, на всеукраїнські конкурси краси. Тобто цього року масштаб конкурсу вже сягнув суттєво іншого рівня. Окрім того, що обрали «Міс Дніпро», обрали й «Міні-міс». Розкажіть, чим от відрізняється обирання, організація та підготовка до конкурсу для маленьких красунь і для дорослих красунь? Ну, смотрите, значит, касаемо деток, у них очень разный возраст у всех, да, это от 4 лет до 14. Да. Самая маленькая участница ей было 4 года, вот, а больше, конечно, смотрим на, скажем так, ее ощущения, да, на участнице, то есть как она себя позиционирует, как она ходит, легко ли ей вести себя на сцене, как она также относится к благотворительности, потому что даже самые маленькие участницы были задействованы также в благотворительных акциях, как и все взрослые. Знову хочу акцентувати увагу, що і в минулий раз ви розповідали, що зовнішність – це, звісно, важливий аспект для майбутньої міс, але все ж таки найбільшу увагу ви приділяєте от тому, яка це людина, чи займається вона благодійністю, який взагалі веде спосіб життя. Розкажіть, що для учасниць було організовано цього разу, тому що минулорічний конкурс ви перераховували підтримку різних благодійних проєктів, акцій. Що було цього року, що підготували для учасниць? В этом году наши участницы традиционно посетили приют для бездомных животных «Друг». Мы собрались, все поехали. Привезли им, во-первых, помощь в качестве корма для животных. Кроме того, девочки помогли с приготовлением еды, с кормежкой, помогли с уборкой вольеров. После майских праздников мы собираемся повторно ехать к ним, помочь им красить вольеры. Кроме того, мы собираемся им от себя презентовать новый холодильник, так как их старый холодильник, к сожалению, уже вышел из строя, но поскольку животных у них на данный момент более 200, их мощности холодильных камер не хватает. И они нас попросили, то есть если мы можем, мы как бы готовы им это все предоставить. Кроме того, наши девочки в этом году поддержали акцию благотворительного фонда «Мама плюс я». И выступили с поддержкой акции, пасхальная акция для детей, сирот. Мы собирали средства для покупки подарков к Пасхе для деток в детские дома не только по Днепропетровску, но и по области. Таких деток в этом году, ну, более 1000. Вот эти подарки собраны и уже отправлены. К сожалению, наши девочки не смогли в этом году поехать, так как карантин. Но мы надеемся, что, возможно, чуть позже или, может быть, летом они все-таки смогут поехать уже лично это все вручить. То же самое это касается и дома престарелых, который находится в Приднепровске. Они тоже с удовольствием готовы нас принимать, и не только этот дом престарелых и инвалидов, но все упирается в карантинные ограничения. Весна, к сожалению, была очень холодной, поэтому мы
ну, к ним на территорию попасть не можем, да, на улице было слишком холодно, чтобы встречаться, поэтому все эти встречи, несмотря на то, что конкурс был проведен все-таки весной, вот мы будем продолжать летом, осенью и так далее, когда карантин будет позволять и, собственно... Погодные условия. Да, погодные условия, в принципе, в течение года девочки постоянно задействованы. Это касается не только финалисток этого года, а и, в принципе, всех участниц прежде всего, и, ну, можно сказать, друзей конкурса, да, партнеров наших. Мы приглашаем абсолютно всех и стараемся, чтобы девочки привлекали к проблемам общественности как можно больше внимания вот своим хорошим таким примером. Ну, до речі, ви вже сказали, я звернула увагу, ви сказали за те, що будуть і у травні, після травневих свят, їздити до притулку, і будуть протягом там літа, осені займатися, продовжувати займатися такою діяльністю. Тобто конкурс минув, але на цьому нічого не закінчується. Після отримання корон, титулів, стрічок, буде продовжуватися діяльність. Це постійна, огромна, колосальна робота. Причому, опять же, говорю, що це касається не тільки от дівчинок, которые получили 5 главных номинаций, кто прям носит титул, да, мисс и мини-мисс Днепр. Это касается абсолютно всех-всех-всех, да, и мы стараемся сделать такую, можно сказать, ну, сообщество, да, которое будет привлекать тоже вот в данном случае своей красотой, да, к проблемам общественности как можно больше внимания постоянно, вне зависимости от того, проходит конкурс сейчас или он будет позже, или это был, ну, подготовка, да, к конкурсу и так далее. Конечно, в момент подготовки конкурса к нам с удовольствием и СМИ это все освещает, то есть это прям такую огласку на всю область, да, придает вот всему этому масштабу. Когда уже заканчивается, то, конечно, это все тихо, там освещается только у нас в Инстаграме и так далее, но мы всегда рады, и если даже сейчас мы с какой-то организацией не сотрудничаем, то если к нам кто-то приходит, говорит, помогите, пожалуйста, будь то какие-то люди, может быть, просто заболевшие, у которых какая-то финансовая сложная, да, помощь там или еще что-то произошло, либо это малоимущие семьи, которые, ну, состоят где-то на учете, да, какая-то организация уже ими занимается, либо не состоят, то есть это просто какие-то отдельные точечные люди. То есть мы перепроверяем, чтобы действительно они нуждались в этой помощи, и тогда помогаем им, чем мы можем, просим помочь других людей, и сами складываемся, вот как-то так. Такий фонд утворився цілий. Получилось, что так, да. Світлана, ну, по-перше, я хочу вас привітати з короною, вам Спасибо. Вона дуже личить. Перед тим, як ми почнемо говорити про безпосередню участь у конкурсі, от я на початку оголосила, чому дівчата йдуть на міс Дніпро. Пам'ятаєте ось той момент, коли ви вирішили, що хочете випробувати свої сили і теж піти на конкурс? Да, я прекрасно пам'ятаю цей момент. На самом деле, в б'юті-сфері, в плані моделінгу, я вже зв'язана много лет. Вот, и хотела открыть для себя новый уровень, пойти на конкурс красоты и в первую очередь доказать себе, что достойна именно я. Вот. И я считаю, что результат налицо. Почуття, яке ви відчули, коли оголосили ім'я переможці, і це ім'я було вашим, яке воно було? Если честно, сначала был гул в ушах. Но на самом деле разные эмоции. Внутри был какой-то разрыв радости, слез и переживаний, но я безумно рада, что стала частью, так сказать, уже семьи, вот, мисс Днепр. Вот, я очень счастлива. Ви говорите слово «сім'я», а всі, от є таке уявлення, можливо, воно стереотипне, про те, що у модельному бізнесі дуже велика конкуренція, це завжди така напруга. Якщо говорити про міс Дніпро, то можна сказати, що ця конкуренція притаманна цьому конкурсу? Ну, я скажу, що дівчатки в момент підготовки всі дуже добрі і відкриті, на самом деле. І якоїсь такої конкуренції в плані не було. Вот. Все как-то сдружились, сообщались, и конкуренции такой большой не было. Все как-то сплотились даже. Після того, як ви отримали корону, чи відкрилися якісь нові можливості, перспективи або з'явилися якісь нові ідеї? Конечно, я хочу своим титулом в первую очередь помогать людям, малоимущим семьям и приютам. Вот. И хочу приобщать больше людей вокруг себя к этому, и чтобы была не только красота, вот как сказали, но польза в первую очередь. Вот. Есть такой маленький, маленькая поправка. Анечка, правда же, да, что Светлану уже комитет, да, мисс Украины
Так, я якраз об этом, я щодо цього вже таки сказала, що Світлана і також ще декілька наших переможниць цього року, вони вже були одобрені для участі, тобто їх запрошують в Київ вже більш для співбесіди, для того, щоб подивитися, як вони виглядають, як вони себе поводять на сцені. Тобто вони дійсно поїдуть цього року, будемо сподіватись, тому що так зараз заявляти. Так, представляти Дніпро на конкурсі краси «Міс Україна офішал». Це так. Тобто взагалі будуть обирати серед кількох дівчат, не поїде, наприклад, лише одна Світлана, а буде декілька учасниць, які... Так, вже одобрені, вже є одобрені декілька дівчат, які вже саме після цього конкурсу поїдуть представляти. Є кілька етапів у конкурсі «Міс Україна», і от першу ступеньку наші дівчатки вже пройшли, в тому числі і Світлана. От. Що ж, ми бажаємо успіху і організаторам, які будуть підтримувати дівчат у цьому. Світлано, які взагалі, можливо, досвід ви отримали після проходження конкурсу, під час його підготовки, тому що ми розуміємо, що він дійсно величезний, ми почули, що організатори підготували цю річ для вас. Що для себе найголовніше ви, скажімо так, винесли після участі? Ну, опыт, на самом деле, колосальний. Что я вынесла для себя, это, наверное, уверенность на подиуме. Вот. Мне кажется, еще больше уверенности приобрела. Багатьом дівчатам цієї впевненості, на жаль, не вистачає. Вони мають, от, як ми розуміємо, і красу всередині, і красу ззовні, але бояться зробити ось цей крок і піти на конкурс. Чи можете от ви зараз звернутися до них, якщо наші глядачки нас дивляться, і сказати, що це страшно або не страшно, варто пробувати чи не варто? Я вважаю, що потрібно пробувати. Если не пробовать, то ничего и не получится, и нужно преодолевать себя в первую очередь и стремиться идти дальше. Хочу з цим же питанням звернутися і до організаторів. На вашу думку, чому дівчата йдуть на цей конкурс і чому дівчатам треба йти на цей конкурс? Ой, ну, по версии, сколько в этом году? 1500 человек, да, посетило кастинг? По версии девочек, первое, что было, практически каждая говорила, что она идет не за победой на конкурс, а прежде всего вот для прокачки своих внутренних качеств, да, это и лидерство, это и какая-то внутренняя мотивация, и чтобы побороть боязнь сцены и познакомиться с новыми людьми. Вот когда речь заходит о благотворительности, девочки все крайне позитивно реагируют, и либо у них уже был опыт в этой сфере, и они хотели бы продолжить, да, как-то более интенсивно заниматься этим вопросом, либо они... Никогда этого не делали, но очень хотели бы к этому примкнуть. Поэтому вот такой вот скилл девочки получают, поэтому для них это очень-очень важно. Юліанно, можливо, є що додати? Так, я також хочу практично те ж саме сказати, тому що ми були на цих на всіх етапах кастингів, і дівчата дійсно нам казали про те, що ми в першу чергу йдемо не для того, щоб отримати корону, а для того, щоб отримати новий досвід, для того, щоб взагалі зрозуміти, як ми будемо себе поводити на сцені, як взагалі, який досвід нам дасть цей конкурс, чи відкриє він для нас якісь нові перспективи, чи будуть у нас якісь нові можливості після цього. Тобто, ну, і дійсно, як каже Світлана, дівчата дійсно всі здружилися, тобто такої жорсткої конкуренції, коли там, знаєте, скло в туфлі, такого не було взагалі. Вони всі приходили, вони всі спілкувалися. Тобто ми тільки дивилися, як цей конкурс виходить на принципіально новий рівень. Це дуже гарно, коли дівчата під час конкурсу не є конкурентками, а є саме як цілою сім'єю, саме цілою командою. Тобто це було все, ну, дуже приємно. Я не знаю, я отримала дуже багато таких гарних емоцій під час саме репетицій до конкурсу. Кроме того, очень много девочек, которые участвовали в этом году, они действительно красивые, они, у них модельная внешность, но у них никогда не было опыта ни в фотосессиях, ни в каких-то показах. Вот после конкурса они действительно захотели еще уйти более в модельную деятельность. Очень многие из них пришли к нам в агентство и остались там.
И у очень многих из них, ну, буквально пройдет там, я не знаю, 2-3 месяца, мы дадим им навык модельной работы, и они смогут уже применить этот навык на работах, на модельных работах не только по Украине, они могут получить зарубежные контракты модельные и пойти еще дальше. То есть конкурс — это очень-очень такой мощный толчок для девчонок, которые, для девочек, которые хотели бы этим заниматься, но они не знают, как начать, из чего начать, и, возможно, у них есть какая-то неуверенность, и они, благодаря конкурсу, эту неуверенность в себе смогли побороть. Ви зазначили 1500 заявок. Як ви серед такої великої кількості, на що звертаєте увагу, коли обираєте от дівчат для наступних етапів? Ну, во-первых, это было 5 волн кастинг-собеседований, и с каждой девочкой мы говорили, общались, и даже порой это было по нескольку раз, насколько я помню. Вот. Что главное, основное, то есть, опять же, занимались ли вы волонтерской работой, это вам интересно, нет, нужно было рассказать о себе, то есть важно, чтобы и маленькая участница, и взрослая участница, скажем так, имели очень богатый внутренний мир. То есть это, как правило, какие-то и кружки, и учеба, и для старших уже участниц какая-то работа где-то и так далее. То есть это девочки, которые имеют и хорошие внешние данные, да, мы смотрим, это понятно, само собой, но и на внутреннюю составляющую, то есть насколько девочки, ну, понимают, чего они хотят от этой жизни. На самом деле заявок пришло на участие больше, чем 1500. То есть изначально отсматривались заявки, которые были оставлены у нас на официальном сайте конкурса. К этим заявкам был прикреплен такой вопрос, как Инстаграм. Они прикрепляли свои фотографии. Изначально мы отсматривали каждую заявку, и 1500 — это те, которые были одобрены из общей массы уже на личный кастинг. Ага, тобто до цього був ще, можна сказати, такий заочний етап. Да. То есть изначально все равно рассматриваются анкеты, и только после этого уже приглашаются на личное кастинг-собеседование уже именно претендентки, которых мы бы хотели видеть на конкурсе. Скажіть, карантинні обмеження якось, на вашу думку, позначилися сильно на проведенні конкурсу? Ну, только в благотворительних акціях, вот, прям в этом году сильно. То есть в этом году мы не смогли поехать к тем же ветеранам, не смогли посетить детские дома, как в прошлом это, году. Да, перенос немножечко это, на более летний Только период. Только в этом чтобы... плане. Скажіть, минулого разу, коли ми зустрічалися, ви вже анонсували Міс Дніпро 2021. Чи є що анонсувати зараз? Чи готуються вже ви до наступного року? Вже є заявки. Всегда, сразу же после окончания конкурса переделывается в моменте сайт, да, заявка, и сразу же могут девочки оставлять заявку на следующий год на участие. Ну, понятно, что сам конкурс будет в следующем году, это еще не так скоро. Вот. Да, но уже у нас есть несколько хороших моментов. Мы хотим, чтобы как можно больше... Ну, смотрите, не каждая участница может попасть на конкурс Мисс Днепр, поскольку здесь вот такие, ну, жесткие критерии, да, отбора. Вот, нужно соответствовать там как минимум 5-6 качествам, чтобы попасть на конкурс, да. Есть немножечко конкурсы, которые имеют другое направление. Например, летом будет, скорее всего, проходить конкурс Мисс Бикини Днепр, да. Вот тоже будут немножко другие уже параметры внешние у девочек. У девушек, да, это будет много бельевых выходов и так далее, то есть немножечко другой уклон. И по осени, я думаю, это будет конкурс «Миссис Днепр», потому что когда мы проводим кастинги на «Мисс Днепр», часто приходят уже очень взрослые участницы, и в частности даже мамы деток, и девочек очень красивые, вы знаете, что Днепр — город это красивых женщин, вот и вся Украина славится красотой, то есть запрос на это, и было принято проводить конкурс вот «Миссис Днепр», поэтому тоже ждем осенью, я думаю, все будет. Що ж, тоді будемо слідкувати за вашими новинами. Будемо раді вас бачити знову у нас з новими учасницями, з новими переможцями. Світлана, вам бажаємо подальших успіхів у вашій кар'єрі. Сподіваємось, Спасибо. Що побачимо вас на сцені Міс Україна 2021. Сьогодні говорили про те, чому дівчата
йдуть на конкурс «Міс Дніпро», кого обирають переможцями, як організатори справлялися з усіма красунями цього року. Розповідала нам про конкурс співорганізаторки «Міс Дніпр-2021» та «Міні-Міс Дніпр-2021» Маргарита Кондратова, Юлія Болгова та Анна Сущенко, а також «Міс Дніпро» 2021 року Світлана Колотило. Вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні ви вкотре підтвердили, протестую вас, що Дніпро – це місто красивих жінок. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!